Друзья, в разгар сезона кладоискательства часто встает вопрос, где продать, купить или оценить находки. А ответ очень прост. Аукцион Vivolity – это крупнейшая интернет-площадка для активных коллекционеров, ценителей древностей и любителей антиквариата. С 2005 года Vivolity зарекомендовала себя как один из самых надежных аукционов в России, Белоруссии, Украине и Польше. Теперь вы в курсе, где можно легко оценить предмет, установить подлинность или продать свои находки. Ссылки на аукцион и YouTube-канал Vivolity оставлю в описании под роликом. Находка вообще интересная. Я еще даже не понял, что это. Вот, смотрите, лежит. Ну, я видел, что это, но не знаю, от чего это. Вот такая. Легендарные лопаты Фискар сломаются, когда я вижу печаточка, по-моему, серебряная. Вот такая штука крутая. В мусоре в этом колупаться неохота, тем более глаз мой просек эту распашечку. Находит тот, кто ищет. С настроением таким веселым, бодрым сегодня. Но лоханулся я. Я так на глаз прикинул, думал, это здесь оказалось. Как-то кого за что зацепиться, не за что. Вот с чего, ну, может, серебро. Ну, серебро. Короче, погнали. Всем привет. Вы на канале «Мужские интересы» и с вами Роман. Температура воздуха сегодня плюс 1. Давление 739. Но нам на это начхать. То, что вы видите сзади воду, это не значит, что мы приехали ловить рыбу. Сегодня мы приехали копать. Вот на днях я списался со своим другом соседнего города. И он так чисто по приколу вышел покопать на речушку, которая течет в его городе. Прошелся по месту, где раньше был, в советское время был пляжик. И находки порадовали. Было и серебро, крестик там, колечко, монетки советские и даже царское. Так что я вот вспомнил в детстве, где были места, загорали, купались, так сказать, пляжи. Сейчас они вот заросли травой. Раньше здесь был везде песок. Но находки никто не убирал. Может быть, потирашки какие-то и есть. Походим. У меня часа два времени сегодня. Просто ехать на поле нет смысла. А здесь вот вышел чисто с дома. И все. Походим. Вот именно на этом месте я сам лично потерял серебряный браслет, когда купался здесь. Так что походим, может быть, что-то и вылезет. Но вы не переключайтесь. Если вы сейчас смотрите, значит, что-то интересное нашел. Так что, вперед! Ну вот, начал ходить вот от того кострища. Но оказалось, это кто-то опаливал медь, и там всяких оплавышей много. И вот, дошел до воды. Вот такая грязь у нас в речке. Какие-то ковры, мешки. Ну и вот первая находочка. Вот. Не знаю, что за монетка. По-моему, 10 копеек поздних. Вряд ли здесь уже будут билоны серебряные. Да, 83-й год. 10 копеечек. Как вы видите с моих видео, поздние советы у нас практически на полях не попадаются. За сезон, если найдешь, 3-5 штук от силы. Ну, а здесь, наверное, на речке будет их валом. Так что вот. Ну, с почином. Вот, друзья, поднялся от речки сюда выше, на поляну. Как бы вот такая поляна, вся в траве. Ну, там вдоль берега сильно много пробок. Ну, а здесь вот я знаю, что здесь раньше была такая восьмерки сделаны, тренировались в детстве на мотоциклах ездить. И думаю, может быть, здесь что-то с карманов выпадало. И вот, буквально вторая находка. Я вижу печаточка, по-моему, серебряная. Да? Вот такая, с камушком.
А вот маленький камушек. Проба есть, интересно. О, вот треснутая. Вот она почему и потерялась. Ох, крошится все. Сейчас посмотрю пробу, покажу, если есть. Проба оказалась не внутри, а вот снаружи. Видите, вот. Проба есть, серебро. Нормально. Находки, значит, есть. Идем дальше. Вот, друзья, как я говорил, вот, видите, восьмерочка. Вот она идет сюда. Ну, черта не осталось. Раньше-то, блядь, здесь было песок, земля. И вот монетка. Я думаю, это тоже поздний советик. Да, 3 копеечки. Что за год? По-моему, 80 какой-то. Да, 83-й. 3 копеечки. Прикольно. Как бы находки неинтересные, на поле бы, конечно, даже, может, и не брал бы их, но здесь как бы вышел. Интересно хоть что-то. Берем, идем дальше. Вот, друзья, еще не закапывал ямочку. Так решил проверить. Мало ли, обычно, ну, советы, сами понимаете, с кармана высыпались жменями. И вот. Восемь тридцать, 26 прыгает, но похожий сигнал. Сейчас онлайн даже посмотрим. О, вот она, вот еще одна, тоже 3 копейки уже вижу. Тоже 83-й. Вот они две и лежало. Ну, сохран. Ну, здесь земля такая вот, как песочек. Конечно, сохран для поздних советов. Изумительный, как бы сказать, в патинке. Вот. На полях ранние советы бывают хуже. Берем. Вся та же восьмерочка. Сигнальчик. Невзрачная была, думал, фольга может какая. И вот вижу монетка. Ну, сохран, конечно. Вообще подкачал. А, это ж медно-никелевые, или как они называются. 20 копеек. 81 год. Ну, прикольно. Вот, друзья, был сигнал, как бы копаю. Хочу показать, как легендарные лопаты Фискар сломаются, когда, ну, часто использую, как бы, конечно. И лень лишний раз совывать лопату, перекапывать, на силу берешь. И вот она, видите, сломалась. То бишь, вот, по кругу. Ну, это я уже варил раза три, еще заварю, еще будет ходить. Ну, а здесь сигнальчик. Сейчас будем искать. Ну вот, выкопал. Ну, все находки в основном сантиметра два от верха. И вот. Блестит. Но это, мне кажется, какая-то гайка выросла здесь в корне. Ну вот, сохранил же блестящий. Наверное, от мотоцикла. Потому что здесь, как я говорил ранее, на мотоциклах еще детство отъездили. Ну, вот такая гаечка. Вот, вся та же восьмерочка. Вот он, след. И очередная находочка. Не знаю, что это. Но какая-то металлическая. Вот такая лейба написана. И вот такой, не знаю, завесик здесь или что.
Может тоже от какого чего. Не знаю, короче. Солнце зашло за тучу, ветер поднялся. И вот. Поймал несколько сигналов в одном месте. Раскопал, знал, что там будут пробки. Но сигналы отличались. Такие сигналы, которые ближе похожи к пробкам. Как бы стараюсь сейчас не копать, потому что уже много их выкопал. А ищу нестандартные такие сигналы какие-нибудь. Или ВДИ маленькое, или наоборот большое. Ну и вот 15 копеек среди этого всего. 90-й год. Вот. Еще чуть-чуть вот сейчас похожу здесь вдоль речки и перееду на другое место. Что здесь сильно уже грязно, сильно много пробок и там мусора разного. Вот, друзья, спустился к речке. Ностальгия как бы потянула. Я лет 10 не жил в этом городе, как бы. Я вот вернулся обратно. И сейчас вот хожу по тем местам, где в детстве купался, рыбачил. Вот под этим крутым берегом неплохо брал головчик. Вот там я вспоминаю, чуть не утонул. Стрелял рыбу и под корчом зацепился за корч маской. Вот сильный ветер поднялся, слышите, наверное, но горочка чуть-чуть прикрывает. Здесь вот попробовал звонить возле самого берега. Здесь, короче, кошмар, конечно, звенит все. Но был крупный сигнальчик такой интересный, выкопал, я уже посмотрел. Находка вообще интересная. Я еще даже не понял, что это. Вот, смотрите, лежит. Ну, я видел, что это, но не знаю, от чего это. Вот такая штука, даже что-то написано. Ничего не понял. Король. Это что, корольк? Король. Не знаю, что это. Интересная находка. Даже не знаю, что за металл. Но вряд ли серебро, но поищу сейчас, пробу. Король. А, король и шут, наверное. Это типа группа знаменитая есть, король и шут. Может, это либо вот здесь что носили, наверное, был этот, как оно, ушко было, наверное. Носили на груди. Возможно, и серебро будет. Поищу пробу сейчас. Ну, какое-то оно непонятное. Ну, короче, вот такая штука крутая. Интересно. Вообще. Не видно пробы. Может, самоделка какая? Ну, как серебро. Класс. Вот когда-то мы здесь купались. Вот такая заводина была глубокая. Сейчас вон травой все заросло. Нырали вот с этого берега. Да, ностальгия. Вон там был островок. Здесь сейчас травой обросший. Чисто с камушков. Переходили вот здесь, где куст. Этого куста не было. И купались. Сейчас вот здесь походим. Сейчас вам покажу. Была такая большая плотина здесь. Потом она разрушилась, но остатки остались. Вот здесь стояла такая большая плотина. Мы еще в детстве с нее рыбачили. Мостик сверху был. Ходили люди в лес за грибами, ягодами. А потом ее размыло. И остались вот такие развалины. Ну вот был сигнальчик такой какой-то странный. Выкопал вот такую собачку. Надо попробовать, может, это на чехол моей терочки подойдет. А то сломал собачку. Возьму. Вроде по размеру похоже.
Вот, друзья, кругом срач. Ходить вообще невозможно. Везде пробки, язычки от баночек, там всякая эта шмут. Ну вот, среди камней как бы выбил сигнальчик какой-то такой интересный. Ну, монетка, наверное, советина поздняя. Ну, сейчас я вам покажу кое-что другое. А нет, не советина. Банк России. Ого. Ходячка российская, что ли? Рубль 92-го года. Не, это, наверное, уже не ходит, 92-й год. Точно не знаю. Ну, вроде уже 92-й не ходит в России. Но ничего. Вот смотрите, что я заметил. Вот здесь дачи идут. Ну, как участки дачные. Все заросло уже травой. Не знаю, вам, наверное, не видно будет. Вон там, вон, горочка такая. И там распахано. Это уже колхозное поле идет. И там вот этот бугор большой распахан. Сейчас я по карте посмотрел. И, по-моему, по карте ПГМ там стоял какой-то хуторок. Ну, конечно, по карте ПГМ смещение большое, может быть. Может, и не там стоял. Ну, я вот думаю, сейчас попробую пробиться. Если дорога есть туда, куда-нибудь поближе, то, может, сегодня еще и по полю пройдемся. Радышком вот с российской монетой на камнях поймал еще сигнал. Ну, здесь все, в камнях, в щебне. Это делали дорогу вот к этой разломанной, размытой плотине, которую я вам показывал. Все равно, что дорога была. Наверное, бухтили этим щебнем. Это уже советик. Ну, здесь вот сигналов много. Полянка такая. 83, 3 копейки. По-моему, сегодня уже находил. Две трошки. Тоже, по-моему, 83. Берем. Вот, солнышко выгнал. Проверил, короче, вот. Еще одну нашел. Возле камня он торчит. Еще одна совет. Уже 90-й год. Ох, сохран какой, смотрите. Патинки. Красота. Вот кто советы собирает, как бы можно в альбом, я думаю. Сейчас еще позвоним. Вот еще одна монетка. И еще есть сигналы. Походу, рассыпушечка. Может, кто отдыхал. В те времена с карманов высыпались. Это уже 2 копеечки. 80. Не вижу. Это уже окислившая. Наверное, возле какого-то железа лежало. 1980 какой-то. Сейчас еще покопаю. Есть похожие сигналы. Сейчас. Вот, друзья, еще кусок снял. И сразу две монеты. Вижу. Вот бы на поле так империя выскакивала. 86 или 88. 88, 3 копейки. Ну, сохранчик, конечно, красота. В песочке среди камней. И так, положим. И что здесь еще? Ну, это побольше, вроде 5 копеек, да? Пятачок. 87. Нормально. Красота. Но, честно скажу, уже советы эти как бы поднадоели. В мусоре в этом колупаться неохота. Тем более, глаз мой просек эту распашечку. Поедем, заедем. Еще минут 40 у нас хороших есть. Походим по распашечке. Может, и правда там хуторок есть. А никто не ходил. И нормально будет. Все, поехали. Ну вот, друзья, доехал я до этого поля. Вот такой вот курганчик здесь, видите. Но лоханулся я. Я так на глаз прикинул, думал, это здесь. Оказалось, не здесь эти дома стояли. Здесь пустое место. Но раз уже приехал, попробуем, походим с полчасика. Находит тот, кто ищет. Может быть, и здесь что-то было. Просто на карте нету. Земля мне здесь нравится, вот песочек. Сохран должен быть, если что-то выпадет. Солнышко выглядывает. Короче, погнали. Ну вот, хожу, брожу.
Кое-где какая-то керамика проскочит, там кирпич, но как таково за что зацепиться не за что. Гильзы попадались, там еще чего-то. Ну вот, поймал такую пражечка, наверное. Конина, не знаю, что это. Но это уже что-то. Поднялся на самый верх этого курганчика. Походим сейчас здесь. Ну вот, друзья, пробежался я с полчасика по этому полю. Забрался на самую вершину этой горы. А здесь все как на ладони. И город мой, и леса, и деревня. А находок все нет. И накатилось как-то в душе, и захотелось заржать во все горло. Ну да ладно, не буду, а то услышит кто-нибудь, подумает, что сумасшедший по полю ходит. Ну вот, я уже в машине, сложил уже МД, все, переоделся, поедем сейчас домой. Ну, походил с полчасика, встретил и следы, кто-то уже ходил там, ну так, к месту привязанного не видно ничего, а так, след туда, след назад, где-то ямки попадались, ну, возле железа валялось, то есть, место... Неинтересно, ничего нету. Нашел пару кусочков какой-то там это керамики, нашел штрапнели, гильз, там, ну ничего такого интересного. Керамики там пару кусочков попалось. Вот. Вроде как бы и находки такие, не то чтобы сказать шикарные или что, но интересно. Походил, 2-2,5 часа отдал, ну как-то с настроением таким веселым, бодрым сегодня. Пусть там поздние советики, но и были интересные находочки. Тот же перстенек, жаль, что лопнутый серебряный. Но серебро. И вот тот, не знаю, знак. Король и шут, по-моему. Не знаю, с какого материала. Буду проверять. Может быть, серебро, может, кто-то отливал, носил. Не знаю. Ну, сейчас покажу общий обзор всех находок, что сегодня нашел. И домой. Ну, вот они, сегодняшние находочки. Как бы порадовал вот эта интересная штука, не знаю. Ну, кажется, вот пушка была, сломалась. Кто-то носил, только вот с чего, но может серебро. Король и шут. Ну, я рассказывал, что там как бы все на мотоциклах ездили. Может, какой байкер, так сказать, потерял. Ну, прикольная такая штука. Вот она, череп такой с рогами. Король и шут. Был вот перстенек, вот, серебро есть, проба все, но поломанный. Он был треснутый, но я еще кусочек отломал. Ну и по монеткам поздние советы, один советский рубль, уже, наверное, не ходячка, 92-й год, а так, 80-е, 90-е года. Кто смотрел, я года все показывал, в основном 83-й, по-моему. Ну вот такая вот смурдина, не знаю. Металлическая, от чего может от мотоцикла там где-то что-то крепилось. Гаечка была, собачка, вот такая пуля, это здесь на поле нашел, наверное, охотничья на кабана. Вот такая, ну я не знаю, думал, пряжка какая-то, здесь лежу, может, карабин был какой, не знаю. Ну и вот две штрапнели еще попалось, на грузике беру в кормушке. Как бы, чтобы не отливать, сам делаю. Ну вот как-то так. Приятно, приятно все равно. Ну, кому понравилось, ставим лайк, пишем комментарии. Ну и до новых встреч на копе или рыбалке.